Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советские часы «Слава». Это первая «Слава» в моей коллекции. Купил я их на барахолке за 20 евро, это примерно 1500 рублей. Естественно, они не были в таком состоянии, как сейчас, когда их купил. Но обо всем по порядку. Начнем с механизма. Механизм мне понравился тем, что у него двойной календарь. Это механизм 24-28, без автоподзавода. Тут только ручной завод. 24 мм. 26 рубиновых камней, есть противоударное устройство, центральная секундная стрелка и двойной календарь, показывающий дни недели и число месяца. Точность по паспорту от минус 20 до 40 секунд, продолжительность хода от одного полного завода по паспорту 42 часа. Я не проверял еще точно, насколько долго они ходят, но думаю, скоро замерю. Когда их получил, стекло было с небольшими трещинами, поэтому стекло было заменено. Также корпус был полностью в ультразвуке вымыт и отполирован, как видите, практически до состояния новых часов. Корпус, кстати, у нас позолоченный, тут под ремнем надпись AU10. Вот. Оригинальная заводная головка, в принципе, была и до репассажа. На часах сделан был полный репассаж, заменен был вот этот вот рычаг переключения даты. Старый рычаг был как-то вбит или вогнут в часы и не выполнял свои функции. Сейчас стоит абсолютно новый рычаг, и он отлично переключает дату. Календарь довольно легко настраивается. Вот. По дизайну мне очень нравится форма корпуса. Они не круглые, а такой интересной формы. Вот. Я когда выбирал часы для покупки вот именно Славы, я смотрел, чтобы у них, в принципе, внешний вид был более-менее хороший, чтобы можно было восстановить и получить часы, которые в отличном состоянии. Вот заменено было стекло. Как видите, стекло абсолютно новое, советское стекло, Слава. Кроме всего прочего, теперь нормально переключается дата. Точность хорошая у них. По дизайну мне также нравятся широкие стрелки. Часовая, минутная. И секундная стрелка довольно длинная. Плавность хода хорошая. Точность тоже неплохая. На календарном диске все надписи черного цвета, кроме вот воскресенья, тут красного цвета. Вот. Это экспортный вариант с английскими надписями, русский вариант. Довольно проблематично найти у нас в Германии, поэтому довольствуюсь тем, что есть. Ну, мне дизайн очень нравится. Мне нравится серебристый циферблат, который так переливается на солнце. У меня уже есть похожие часы, это Восток Амфибия. Корпусе 420, вот я вот для сравнения вам покажу, как они смотрятся. В принципе, почти одинаковые по размеру корпуса, но Слава намного более плоская за счет отсутствия автоподзавода, имеет более тонкий безель и, естественно, смотрится намного изящнее на руке. И у тех часов под ремень расстояние 18 мм. Поставил ремень, который у меня под рукой был. Не сильно красивый, но и не сильно плохой по качеству и по дизайну. По цвету, я считаю, он подходит. Только вот баклю поменяли на другую баклю, поставили баклю Штайлер под цвет корпуса. Вот. Также нравятся накладные метки позолоченные. Правда, вместо люма у нас тут черная краска. На стрелках и на метках тоже. Но, в принципе, это не часы для плавания, поэтому тут люм, в принципе, не нужен. Также нравится заводная головка. Она довольно ребристая, поэтому ее удобно заводить. Часы, повторяюсь, без автоподзавода. Механизм 24-27 имеет автоподзавод. Но, в принципе, для меня не проблема заводить часы каждый день. Также нравится, как сделана заводная головка. Она сделана не плоской, а конусообразной. Я считаю, это интересный дизайн. Интересный элемент дизайна данных часов. Вот. Что еще сказать? Вот по дизайну, в принципе, они, я считаю, наравне с очень дорогими Seiko Cocktail Time. Тут тоже переливающийся циферблат. Конечно, тут рисунок посложнее на циферблате. Но я ношу вот Славу даже с большим удовольствием, чем Seiko, потому что это советские часы. И дизайн, я считаю, довольно интересный, оригинальный. Вот, точность хода
пока тестирую, но пока что я доволен. Не отстают. Покажу вам, как смотрится на руке с рубашкой. Вот примерно так они сидят на руке. Вчера вот как раз ходил в город в этих часах. Довольно плоские, стильные, хорошие советские часы. Есть наверняка куча вариаций с русскими буквами. Я вот зашел на сайт svava.su, там неплохой каталог есть. Но там этой модели я не нашел, потому что это экспортная модель. Но там есть куча других моделей. Если есть возможность, берите такие часы под восстановление в хорошем состоянии, если они. Вот, и носите с удовольствием. Я считаю, очень красивая Svava. И благодаря моим друзьям она обрела такой вид внешний. Потому что стекло было с трещинами. Переключение даты не работало, но благодаря нормальному мастеру все теперь работает, все переключается. И часы заняли достойное место в моей коллекции. Вам же желаю хорошего дня и точных часов. Пока!